освободился со школы, иду сдавать лампочки. В общем, мы пришли сюда, вот тут есть такой классный пункт сбора материалов. И вот сюда надо приходить давать лампочки и прочее, что можно переработать. В нашем доме, чтобы соседи тоже информировались о том, что эти лампочки не надо выкидывать в мусорные контейнеры. Mm-hmm. Они требуют специальной утилизации. Mm-hmm. Это лампочки мы положим в бокс, они уедут потом на переработку во Львов, на самое современное предприятие по переработке таких крутых содержащих ламп в Украине. В общем-то, у меня эта процедура заняла от 10 до 15 минут, и это было не суть сложно. Так что берегите природу и начинайте с себя.